Аюш! Капец, его жизнь потрепала. Да все, давай, пройди мимо просто. Давай, 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 ну. Эй, вас народ, на связи Финн, и мы продолжаем смотреть сериал «Немецкая культная лаборатория» от Линча. Это у нас уже 4-я серия, чуваки, усаживайтесь поудобнее. Всем, кто кушает, приятного аппетита и приятного просмотра. Но мы начинаем. Все затаили дыхание. Фух, принесло. Да? Нет. Эта тварь здесь. Все, пошел вон, все. Она уходит. Тебе тут не рады. Черт. И куда она пошла? Звук удаляется. Она ушла. Кажется, да. Только выходи осторожно, не задень ничего. С собой. Ну что, Линч? Дверь, надо закрыть дверь. Чертов охранник с колонкой. Или медведь. Или кто там еще да у тебя ладно, был? Да тебе признаю. Охранник с колонкой. Был неправ, давай сваливаем отсюда быстрее. Согласен, погнали, пока путь свободен. Как думаешь, что это за тварь? Не знаю, что это за тварь, но то, что она чертовски сильная, это уж точно. По-моему, это один из экспериментов. Ты хоть понимаешь, что мы нашли немецкого мутанта, которому несколько десятков лет? Понимаю, а еще я понимаю, что будет с нами, когда он нас найдет, так что давай потише. Ладно, согласен. Меньше звука, меньше пыли. То есть, по сути, ну, типа, эта лаборатория уже, ну, не должна функционировать, какие-то действия, типа, ну, работать просто не должна. И, блин, типа, эта тварь сидела здесь одна все эти годы. Или нет, или эта лаборатория до сих пор работает. Может быть, здесь есть какие-то ученые? Твою же мать. Ты только... Охренеть! Что он сделал с дверью? Он не просто вынес ее. Он ее разорвал в клочья. Сильная тварина. Вот именно. Так что нам лучше поторопиться, давай. Так. Да, встретиться с такой бы я бы не хотел. Так. Кажется, сюда. Давай по-тихому. Линч, стой! Да какой стой? Ты что, спятил? Идем! Линч! Не время сейчас, Джон, давай потише, идем! Вот именно, что мы не туда идем! Да как это не туда? Правильно, мы все идем! Я тебе говорю, что мы не туда свернули! Черт, или... Ну вот, Линч... Или неправильно... Я о чем тебе говорю? Давай назад! Чертовы лабиринты, ладно, давай быстрее! Да, и сейчас там это... гадость там, да? Туда побежали, надо было направо побежать, а ты зачем-то налево пошел! Я почему-то думал, что это правильный путь. Так, сейчас нам прямо? Сейчас. А вот так вот, доверяй, нам проверяй, типа. Получается, да. Хотя не знаю, почему доверяй. Короче, надо было послушать Джона. Джон фигни не скажет. Так, вроде никого. Ладно, отлично. Твою ж! Стреляй в него, стреляй! Ну и уродина. А, блин, это у него типа глаза. Господи, капец, его жизнь потрепала. Ладно, ему нас лайк. Быстрее! Давай, Джон, быстрее! У челика броня вкачана на сотку. Он догоняет, Линч! Давай, давай! Слышу, Джон! Эй, ну типа он медленный, блин, камон! Давай сюда! Что, вообще не бежит там, по-моему? Блядь, черт возьми! Он не отступает! Не отступает! Давай, Джон, давай поторапливайся, Джон! Джон! Джон, мать! Джон, алло! Джон! Он Джона бросил! Черт, 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 черт! Сюда! Давай, 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 давай! Ай, хорош! Где Джон? Где, мать его, Джон? Будем надеяться, что с Джоном все нормально, и он спрятался тоже в какую-нибудь подобную фигню. Да все, давай, пройди мимо просто. Давай, 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 ну. Все, твоя задача это бегать, все. Не останавливаться на месте. Хватит. Вечерняя тренировочка. Пронесло. Черт возьми, я ж надеюсь, он не сожрал Джона. Нет. Блин, ну орал он знатно, как будто реально сожрал его. Скорее всего, мы где-то разделились по пути. Но будем надеяться, что это так. Уйти, ведь ключ у меня. Надо его найти. И сделать это как можно быстрее. Скорее всего, он где-то затаился, как и я. А пока тварь в той стороне, нужно выбираться. Но прежде найти Джона. Ну не мог же он далеко уйти, ну. Так, надписи. Мы бежали оттуда.
Я побежал в эту сторону, а Джон, скорее всего, в другую. Да, по-любому. Ваш Зиммер? Я не знаю, как это переводится. Эхан Зиммер. Не знаю, что это значит. Джон должен быть где-то здесь. Если я жив, конечно. Так... Это что за нахрен ящики какие-то? Конечно, жив. Я не слышал ни выстрелов, ничего. Хотя револьвер, по идее, разряжен. Черт. Надеюсь, эта тварь не сожрала его. Может, какой-то склад или оружейное? Так. Здесь его нет. Хотя мог бы спрятаться. Может, он в ящике сидит, блин? Проклятие, эти коридоры бесконечные, что ли? Здесь пусто. Где же он? О, здесь уже какие-то двери. Так. Джон? Тут поинтереснее. Джон, приятель, ты здесь? Думаю, не стоит орать. Одного раз захватит. Что это за место? А подумал он обычно, ну, после того, как он это уже сделал, действительно. Кровати? Чьи-то комнаты, спальни какие-то? Это палата, что ли? Похоже на то. И где, мать его, Джон? Здесь такое же место, да. Здесь что? Склад, что ли? Джон! Эй, а может это дом этой тварины, типа, она здесь спала, там, хавала, не знаю, они ее разбудили, блин, и она поэтому с бодуна такая пошла бегать. Ни черта непонятно. Да, здесь какие-то палаты. Или комнаты, не знаю, может, жил персонал. А здесь... душевые и туалет. Джон, ты здесь? Может, Джон здесь где-нибудь? Где же он, мать его, может быть, здесь больше нету ходов. Так, может, где-нибудь там внизу? Только еще тот склад. Может, там затаился. Но разве он не слышал, что я его звал? Ладно, тихо, спокойно. Джон? Джон! Черт, совсем рядом. Похоже, зря я все-таки кричал. Так ты не Джон, блин, какого хрена эта хрень? Отвлеклась, отозвалась. Слушай, надо спрятаться. Звали Джон, а не тебя. Здесь. Иди в задницу. Блять, он прям рядом. Так, так, давай, Линч. Тихонько. О, пойдет. Отлично, не должен увидеть, если он вообще сюда зайдет. А уже здесь. Зашел. Черт возьми, он здесь. Это неугомонная хрень. Блять. Что же это за тварь такая? И на пришленец. Уходи. Здесь никого нету. Просто уходи. Черт. Вроде не заметил. Проклятие, почему он не уходит? Неужто он меня чует как-то или что? Давай же, просто уходи. Линч. А? Опа. Сюда. Джон. Давай, Лё. Но там же тварь. Моя... Лё, родной, ты как туда залез? Команды. Ладно. Давай, пошел, пошел. Ладно. Давай, лезь. Давай, давай, давай. Ой, ой, быстрее, быстрее. Давай, 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 назад, давай, назад, давай, Джон, назад. Смотри, смотри, смотри. Надеюсь, что нет. Хорош. Ультра-мега хорош. Узкий не должен залезть. Ай, пососник, он ничего не сделает. Он за этими своими щупальцами, он с ним не пролезет даже. Давай, давай. Только там ни черта не видно. Сейчас, погоди. Чин долбится, дурак. Да, не толкай ты сейчас. Стучит, блин. Это же я. Можешь кейси постучить, дятел? Меня первого сожрут. Есть. Так-то лучше. Вроде отступил, гад. Похоже. Ты где был, мать его? Это ты где был? В смысле? Мы бежали. А может, эта тварь дохрена умная, и он сейчас встретит их на другом конце этого туннеля. Потом я поворачиваюсь, а тебя, блин, нет. Зашел сюда, понял, что тупик, и полез в вентиляцию от греха подальше. А рюкзак ты где потерял? Да где-то там лежит, я его снял, неудобно. Ай. Делать-то что будем? Да черт его знает. Как здесь с вентиляционными шахтами-то? Судя по эху, ведут далеко. Слушай, брыкается где-то неподалеку. Да, слышу. Ну, предлагаю тогда, чтоб не рисковать, полазить здесь.
Увидим знакомые коридоры, вылезем и свалим на... Да покормите его уже кто-нибудь, у него живот урчит. А тварь? А что тварь? Мы ее разбудили. Как бы несем ответственность за это. Ну, запечатаем бункер. Ой, какие мы, блин, добрые, а. Пусть сидит здесь еще несколько... Так мы в ответе за тех, кого приручили, типа. Мы, так, блин, в ответе здесь за эту тварь. А такие же безумцы, как мы, не найдут способ попасть сюда. Ну, в принципе, идея неплохая. Я согласен. Давай, поползли. Не нравится мне, что он за моей спиной. Ой. Чёрт. Что еще? Да неудобно. Камера, зажигалка, рюкзак. Так выключи нафиг камеру и спрячь её в рюкзак. Точно. Ни хрена, нет, не надо. Нам-то надо все видеть. Ладно, ребят, увидимся позже. Ну нет, ну блин. Нас в карман засунули. В общем, ребята, полазили мы таки по вентиляции и сейчас собираемся выходить. Правда, мы совсем не понимаем, где мы... Зато этого мутанта не слышно уже минут 15. Поэтому... А может, он просто наелся там и спит где-то? Ну, вроде как безопасно. Может, он помер? С чего бы это он помер? Ну, не знаю. От голода. Бегал, бегал, устал, умер. Так бывает. Бывает, но не в нашем случае. Мне кажется, он затаился. С Линчом и Джоном так не работает. И ждет, пока мы вылезем. Так что нужно быть наготове и не шуметь. Ты револьвер зарядил? Зарядил. Можем вылазить. Давай, осторожно. Чисто, давай, Линч. Ага, лезу. Ну, где мы? Не знаю, какая-то камера пыток, что ли. О, что это такое? Говорюшка. Чё опять за нахрен? Камера пыток. Зачем в лаборатории делать камеру пыток? Чтобы пытать. Нет, мне кажется, это что-то логично. Другое. Смотри, тут хирургические инструменты. И опять эти трубы повсюду. Да. И может, как раз в этой комнате и сделали эту срань? И смотри, цепи какие-то. Бьюсь об заклад, здесь и была пристегнута эта тварь. Возможно. Ну либо так. Но зачем они это делали? Смотри, осторожно, эта штуковина может быть под напряжением. Черт. А что если это... Ну, типа реально она здесь находилась все это время? Штуковина и вправду под напряжением. А где ученые какие-то, которые должны смотреть за ней? И когда мы включили электричество, оно пустилось в эту тварь и... Оживило ее. Да. Может быть и так. Скорее всего, так и есть. Получается, немецкие ученые здесь и создавали этих суперсолдат. Не иначе. Кто знает, что было бы, если бы у них получилось. Не знаю, Джон, не знаю. Но он пролежал здесь, похоже, несколько десятилетий, пока мы... Ну, собственно, мы с вами и узнаем. У них получилось. Вот она, бегает. Его не тронули. Затем он очнулся и вынес эту дверь. Видимо, да. Вывод работает. Придачу еще и окно. Стоп, погоди. Если здесь трубы и краники, то... Мы ведь с тобой говорили, что дверь, которая не смогла открыться... Да, это то место, смотри, резервуары и кушетки. Мы в той же комнате, Джон. Мы сделали круг. Мы же еще с тобой пришли к выводу, что, возможно, эта дверь открылась и выбралась тварь. Точно. Так все и было. А теперь можем выбраться и мы. Давай, бежим, приятель. Давай, только осторожнее, Линч. Мы же не знаем, где эта тварь. Не знаем, но пока ее не видно и не слышно. Чисто. Знаешь, Линч, со светом все не так уж и плохо выглядит. Да нет, Джон, это все еще плохо выглядит. Я бы предпочел свалить отсюда куда подальше. Так, вот эти надписи, которые мы увидели первым делом, и здесь... Да, выход сюда. Отлично. Давай быстрее. Что-то не нравится мне эта тишина, Линч. Согласен. Но ничего, сейчас запечатаем эту тварь и забудем о нем как о страшном сне. Так что мне делать? Просто засунь ключ и поверни до упора. А, понял. Сейчас. А, вроде есть. Получилось. Закрывается. Тварь запечатана, Линч. Да ну, не может же все так просто быть. Типа, они сейчас просто уйдут, или что, или... Может быть, эта тварь как-то уже вышла наружу, нашла где-то другой выход. Отлично. Да или она просто, блин, мне кажется, двери ее даже эти не остановят. Она, типа, выломает их нахрен и все. У нас получилось. Не может же так все легко закончится, ну реально. Получилось, мать его. Предлагаю валить отсюда. Как думаешь, может, нужно кому-то сообщить об этой твари? Думаю, нужно, но вот только кому? Сипишникам на... Твою же мать. А здесь разве не было двери? Конечно же были, Джон, мать твою. И где? Черт. Проклятие. Тварь. Это оно. Линч, она выбралась. Зато говорить никому не нужно. Она выбралась. Получается. Уже увидели. Получается так. Твою же мать. Охренеть.
В общем, как-то так. Пришли, как бы, здесь поднасрали этим всем ученым, выпустили твари и... Ну, хотели свалить, как бы, да. Но ни хрена не получилось, эта тварь их опередила, короче. Да, все-таки не такая уж она и медленная, как казалось, быстрее них прибежала. В общем, на этом все, чуваки. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых роликов. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка на него также будет в описании. Там вы сможете первыми узнавать о новых роликах. Ну, а с вами был Финн, всем пока!